Привет, друзья! Большинство поклонников семейной пары Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского начали надеяться на то, что теперь в их жизни все будет хорошо. 2 года семья находилась в отчаянии, они очень сильно переживали за свою дочь, которая так много времени находилась в коме. Юлия и Андрей решили посвятить себя полностью работе, чтобы не думать о плохом. С некоторыми друзьями они и вовсе перестали общаться. Но теперь у пары появился отличный повод для радости, поскольку их дочь Мария вышла из комы. Теперь у нее впереди курс реабилитации. Сообщалось, что дочь Юлии Высоцкой пришла в сознание 3 недели назад, и теперь она уже находится в реабилитационном центре. Доказательством этому служат фотографии, которые смогли сделать любопытные журналисты. На фотографии видно, что работники центра вывозят на инвалидной коляске Марию на прогулку. Это говорит о том, что Марии стало уже лучше, если она может самостоятельно сидеть. Это очень хороший знак. Теперь у девушки есть все шансы для полного восстановления. Журналисты смогли сделать снимки профессионально, скрыв название учреждения, в котором на данный момент находится Мария. Потому как желтая пресса постоянно бы следила за девочкой, родители Марии пока что не давали никаких комментариев по данному поводу. Медики лишь сообщили, что девочке предстоит пройти долгий путь восстановления. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.